Слава Богу, братья и сестры! Я очень рад быть вместе с вами, иметь общение вместе с вами в славе Господа нашего. И я хочу сыграть мелодию к песне, которая называется «О, молитва». В этой песне идется про важнейший аспект в жизни каждого христианина. Потому что именно в нашей молитве мы разговариваем с нашим живым и единственным Богом. В молитве мы приносим перед Ним все наши грехи, наши немощи, наши трудности. И даже в молитве мы приходим к нашему Богу, и мы говорим с живым Богом. Слава Ему! И хочу рассказать такой момент. Был в Украине. Когда началась война, я учился в колледже еще. Когда началась война, наш город начали бомбить. Просто падали ракеты, и дом начало очень сильно трясти. У меня такого испуга никогда еще не было. Никогда меня еще не было такого страха. И я помню, когда мы встали на колени и начали молиться, пришло спокойствие. Именно в молитве приходит к нам спокойствие, Божье благословение. В молитве мы можем прийти к живому Богу, и Он придаст нам свою помощь. Слава Богу!